Ну что, Бахрам, все президенты разъехались? Нет, Тима, не все президенты. Один президент остался, и мне есть что ему сказать. Уважаемые дамы и господа, впервые в клубе веселых и находчивых исповедь КВНщика, уходящего со сцены. Ты научил меня многому. Ты научил меня КВНу. Но к моему большому сожалению, я ветеран. И сегодня я должен уйти. У моих ровесников все впереди, а у меня получается, что все в прошлом. Ты посмотри на Гусмана, Якубовича, на других бывших КВНщиков, хотя бывших КВНщиков не бывает. Неужели мне, так же как им, мои последующие успехи в жизни будут казаться такими мелкими по сравнению с КВНовскими? Значит, тогда правы те, кто говорят, что КВН испортил целое поколение. Но видит Бог. Алла, Сяна Гурбанова. Видит Бог. Видит Бог, что мы хотим, чтобы наши дети и внуки были такими же испорченными. А пока отпусти нас, отпусти. Бахрам, Бахрам, игра окончена, пора домой. В ответ звала опять к другой вершине. Мы шли через года, мельканье лиц, меняя маски. Мы шли на свой Олимп. Это был наш путь. И ни к чему жалеть сейчас о том, что быть могло у нас. Пусть все твердят, что жизнь игра, а нам давно взрослеть пора. Мы много лет тому назад выбрали свой путь.